друзья. Улыбайтесь. Я потом его опущу на землю, и вы будете возможность его иметь возможность его почувствовать. Я люблю котиков. Вася, ты все свои блоки им передашь, да? Дорогие друзья, сегодня мы открываем выставку, которая называется «Васька». Вот. Я сразу хочу сказать для тех, кто вообще в этом дворике первый раз, что это не просто, как написали в одном комментарии, и чё, будут фотки кота, я один чё-то не понимаю, или нет. Вот. Это не просто фотографии, как многие из вас знают, а многие нет. Это как бы фотографический язык, вот, с помощью которого можно снять жизнь вот одного персонажа. Тань, куда сходи? Жизнь одного персонажа в таком вот ограниченном пространстве. Этот кот живет здесь, в этом дворе. Иногда он тусуется в том дворе, но когда приезжает вот эта машина белая, он всегда бежит сюда и, в общем, требует формы. Вот, да, Вася? Да. Вася сказал да. Я буду переводить, если что, вы спрашиваете, что он говорит. Я могу переводить, я с ним умею разговаривать. Вот. Все фотографии, которые здесь висят, их 42 штуки, они сделаны были в период за последние 3 года. Thank you.